очень важно, что мы здесь обнаружили, это недостаточность коммуникативных связей, которые здесь у нас проявились. Что еще здесь важно? Мы увидели, что в региональном сообществе мы можем получить знания, опыт, который есть в других странах, которые работают с нами в одном направлении. Дело в том, что государственный сектор, частный сектор, научные круги, практики, они обладают все конкретными знаниями, но объединив опыт их работы, можно выработать конкретную стратегию для как на государственном уровне, так и на региональном. Я думаю, что основная задача все-таки этого триалога не только найти общий язык, но и поменять отношение к этому вопросу. Вот у этого триалога, на котором я присутствовала, у него эта задача была прекрасно выполнена. Отношение поменялось кардинально к этому вопросу, и не только у меня, насколько я вот общалась, у многих участников. И то же самое нужно делать и на других уровнях.